80 детей из Иркутской области проведут лето в Ханты-Мансийском округе. По распоряжению губернатора Натальи Комаровой разработаны механизмы помощи людям, которые пострадали в регионе Восточной Сибири. Число погибших в результате стихийного бедствия, по данным СМИ, возросло до 20 человек. Ранее в МЧС подтверждали гибель 18, 8 числятся пропавшими без вести. Напомним, наводнение в Иркутской области началось на прошлой неделе. Разлившиеся реки подтопили более 30 населенных пунктов. Залитыми водой остаются 3500 домов, в которых проживают свыше 8000 человек. 15 населенных пунктов остаются без электричества. Медицинская помощь потребовалась 1500 жителям подтопленных районов. 221 человек госпитализирован. Югра готова взять две группы ребят в возрасте от 13 до 18 лет на своей площадке детского отдыха и оздоровления. Первая смена для этих ребят, она начнется 8 июля текущего года, вторая смена 24 июля для них. Это двухнедельные смены. При этом проходить они будут на одной из площадок нашего регионального молодежного центра.